Раз, два, три. Ну что ж, ребят, перерыв окончен. Все на месте. Все отдохнули, надеюсь. Готовы идти дальше? Надеюсь, что да. Вперед. Привет тем, кто только подошел. И продолжаем. Эй, ты куда идешь? Давай поспешим и пойдем в учительскую. А, точно. Главный коридор. Подожди, кто-то идет. Шаги становятся ближе. Кто мог быть здесь в такой час? Мы должны спрятаться. Вы двое спрятались за колонной. Шаги стихли. Ну, Салар, ночью же. Поэтому она взяла пиджак зимней формы. Кебинка. А, просто охранник. Пошли уже. Чё, обосрался? Нас арестуют? Что, ты думал, это мог быть призрак? Я не боюсь того, что я не вижу. На самом деле, это напомнило мне о том времени, когда я был ребенком. И мы тусовались в домах с привидениями, чтобы показать, какие мы крутые. Ладно, пошли. А, фу. Ладно, он ушел. Пошли. Да, нужно было Юкари брать. Ну, в оригинале я брал Юкари. Я не помню, там был выбор или нет. По-моему, тоже был. В данный момент, кажется, никого нету в учительской. Зайти. Учительская. Вы двое искали ключ. Нашел. Ключи... от спортзала. А, фу ты. Ключи от этого. Кладовки спортзала. Разве это не ключи от спортзала? Сэмпай, это не то. Ты вообще слушал? Сука. А, точно. Так, Акихико роется в ключах. Вы увидели ключ рядом с тем местом, куда он смотрит. Там написано спортзал. Дамеда. Коко нима най. Нехорошо, его тут нет. Тоюкотова, Мицуру тачи но итта хоу ни ару тте кото дана. Должно быть, он в комнате уборщика, куда Мицуру и остальные пошли. Нанио гузу-гузу штейру? Икзу? Чего ты ждешь? Пошли. В смысле? Он здесь, вот. Я нашла, пошли. Ты чё, слепой, что ли? Нандато? Что? Миро, тайкукан но каги нанка доко нимо. Я говорю тебе, его не... Атта на. Насчёт это... Май, мицкаттан да. Ну, по крайней мере, мы его нашли. Ладно, давай найдем остальных. Что-то не то, Сакихико. Окей, хорошо, что мы его взяли, что-то я... Они сказали, что мы встретимся в основном коридоре, верно? Ну, мы должны идти. Мицуру и остальные уже ждут вас. Вы нашли ключа? Батчири да. Да,
Расплюнуть. Ну, мы разделимся на команду снова. Или на группу. Трое из вас войдут в Тартарус. Один останется снаружи со мной. Как только наступит темный час, я определю местоположение Ямагиши. Я пойду. Ты тоже должна пойти. Ну, ты можешь взять роль лидера, как всегда. А, тогда я буду третий. Секунду, Юкаричи. Помнишь, как я случайно облажался на монорельсах? Дайте мне шанс восполнить это. Ой, да ладно, дело не в тебе. И кроме того, ты не случайно облажался. Хорошо, Джунпей, мы дадим тебе еще один шанс. Прекрасно, спасибо. Серьезно. В чем дело, Миюкари? Не хочешь оставаться с Мицуру? Не-не, это нормально. Почти время. Пошли. Алла, да, я вижу, был. Вот его он появился, наконец-то, хотя бы один. То без дропов скучно. Тем временем в пустой комнате общежития. Я... Ну точно, я... Я одна, в конце концов. Фука. Нет, я не хочу это слышать. Зовет меня. Я должна пойти. Зайти, что мне очень жаль. Фука. Внутри школы, которая стала Тартарусом во время темного часа. Юкари и Мицуру ждут у входа. Это, мне кажется, кто-то спрайты Ну ладно, я думаю, сделай вид, что мы не заметили. Мы до сих пор не получили от них ответа. Чувствительность трансивера настроена на самом высоком уровне тоже. О да, это девушка Нацуки. Надеюсь, она в порядке в общежитии. К сожалению, ни одно место не является полностью безопасным во время темного часа. Но мы не могли привести ее с собой сюда. Или чтобы один из нас остался. Остался там, и речи вообще не можешь идти. Полагаю. Но мы все здесь ради Фуки. Мицуру, ты слышишь меня? Это Мицуру. Я подтверждаю вашу позицию. А вы выше, чем я ожидала. Вы едва ли находитесь в зоне связи. Остальные в порядке? Не знаю, раздели. Акихико. Эй, Акихико, ответь. Он вне зоны досягаемости? Я начинаю беспокоиться.
Кажется, вы были без сознания. Вы, кажется, внутри Тартараса. Но вы не видите Кихику или Джумпея. Вы можете услышать Мицуру. А, вы не можете услышать и Мицуру тоже. О, ты проснулась. Это наш первый раз, когда мы говорим за пределами твоей комнаты. Где остальные? Почему ты здесь? Я же говорил, помнишь? Я всегда с тобой. У нас мало времени на разговоры. Сегодня вечером будет не одно испытание, которое ты должна будешь столкнуться. Тебе стоит поторопиться. Она ждет тебя. Вам она понадобится. Ну ладно, надеюсь, мы сможем поговорить снова. Таинственный парень исчез. Связь прервалась. Ты паря далеко, слишком, не могу предоставить. Ты Атакихико. Мне вот интересно, тут как сделают один момент, который в оригинале был. Говорим о нем, когда дойдем. Ух, связь прерывается. Кихико, не этот этаж. Кто там? Ты человек? Блин. Стал понятно, Гару. Спасибо. Мне вроде было... Твою... Питер. Так, связь прерывается. Кто ты? А, нет, каково нынешнее поло? Ответь, не имею. Где я? Почему я здесь? Пожалуйста, ответьте мне. Связь потеряна. Опа. О, да, вот он. Вот, ребят, собственно, эти боевые трусы. Бронелифчик, блин. Можешь слышать, ответь. Кто-то там есть? Пожалуйста, ответьте мне.
что видели Лейси с другой стороны, да? お嬢さんのお出ましだ. А вот я на. 心配したぜ. Так. Блин, мы беспокоились о тебе. こういう入り方は無理だな. Не думаю, что нам стоит входить в Тартарес опять этим путем. А, Цука-са, омай коко куру точуни кое киканакатта? О, да. Ты слышала голос, пока ты была здесь? Нанцуттара ика. Ну, что-то типа. Таре. Хито нано? Кто это? Вы люди? О, это этот голос. Хм. Похоже, он издается где-то позади нас. Девушка смотрит в вашу сторону из тени. Ты Фука Ямагиши? Да. О, ты жива! Это потрясающе! Больше нечего бояться! Джунпи здесь! Я рад, что с тобой все хорошо. Пошли с нами. Большое спасибо, Похоже, мы сделали... Похоже, мы приняли правильное решение. Я попробую связаться с Мицуру. Где мы? Я была в школе, а потом... Ну, это долгая история, объясню, когда мы выберемся отсюда. Мицуру, меня слышишь? Это нехорошо. Все, что я слышу, это помехи. А, да, а ты не ранена? Ты не сталкивалась с монстрами? Значит, здесь есть странные существа. Пока что мне удавалось избежать их. Серьезно? Как это возможно? Это трудно описать, но... Я в каком-то смысле могу сказать, где они находятся. Что ты имеешь в виду? Я думаю, вы, те, кто хоть немного понимает, хоть 2-3 слова в японском, только что поняли, почему я решил остановиться на этом моменте по фейспалму. Что ты имеешь в виду? Ты экстрасенс, медиум, или это твоя женская интуиция? Если с оригинала. У нее такая же сила, как у Мицуру. Возможно, она сильнее. Поскольку персона Мицуру больше ориентирована на сражение. Персона? Держись за это. Или держи это. А Кихико дал Фука Эвокер. Да, но это же пистолет. Считай это талисманом на удачу. На самом деле это не пистолет. Хорошо, талисман. Ладно, валим отсюда. Внутри Тартареса, в коридоре, с видом снаружи. Оу, посмотрите на Луну! Я никогда не видел такой яркой. Некоторые исследования показывают, что тени... Нет. Что фаза Луны влияет на теней. Ну, само собой, то же самое можно сказать и о людях. Это объяснило бы перепад настроения у Юкатана. Эй, разве не было полнолуние в ту ночь, когда мы
Поехали на монорельсах. Майму Маркута. Было? Нанска? Так думаю. Ой. Сигасни Рёга усвоила хи. Цкио Митака. Эй. Ты видела Луну в ту ночь, когда на общежитие напали в апреле? Думаю, она была полная. Сегодня 8. Инцидент с монорельсами произошел в прошлом месяце примерно в это же время. А нападение на общежитие было за месяц до этого. И все это случилось в полнолуние. Мицуру, ты там? Кихико, тени. Меня слышишь? Мицуру, ответь. Будьте оста. Митсуру? Ой! Что это за штука? Она больше, чем остальные. Да. И она напала на кого-то. Срань. Что происходит? Это один из них, если моя догадка верна, то они появляются в полнолуние. Мы должны поспешить. Эй, подождите меня. Между тем, ухода в Тартарес. У Мицуру и Юкари возникли проблемы против гигантских теней, которые внезапно появились. Что происходит? Ничего не работает. Мицуру? Что за... Акихо сампай, мы должны как-то отвлечь эти тени. Я знаю, как это сделать. Эй! Если вы драться хотите, то мы вам дадим эту драку. Будь осторожна, обычные атаки не действуют на этих теней. Фигово. Кто-то вошел в вестибюль снаружи Тартареса. Ука. Почему ты тут? Мурияма-сан. Пожалуйста, уходи отсюда, это опасно. Я хотела сказать тебе, мне очень жаль. Эй, осторожно. Я должна защитить ее. Ука приставила пистолет к ее виску. Фука-сан. Персона. Я могу видеть. Я чувствую это, этих монстров. Их слабости. Как-то. Как я и думал. Мисуру, позволь ей занять твое место. А мы позаботимся об этом. Все, файтер. Я попытаюсь выяснить слабости врага. Просто дайте мне знать, когда. Я должен защитить ее, она застрелилась. Нормально. Так. Обычные атаки не работают. Ну, значит, магические правда. Понятно, спасибо, Вилдин. Но мы с первого раза угадали, что этот физ.
Мочи. Хорош. Возможно, я даже немного перекачался 22-м левелом. Ну ладно, нормально. Как бы иди, типа. А стоп, ты что, жив? Ну, спасибо, Фука, за твою подсказку. О, неплохо опыт освоили. Их там больше? Не беспокойся, это конец. Фука. Ты? Ты в порядке? Да. Слава богу. Фука потеряла сознание. Фука. Хорошо. Она просто устала. Фука. Откуда взялись эти две тени? Снаружи Тартароса, прямо как раньше. Понятно. Что мы будем делать с Нацуки? Она видела темный час и теней. Не беспокойся, она не такая, как мы, поэтому она ничего не вспомнит. Хорошая новость в том, что она не стала жертвой теней. Хотя, очевидно, слышала их зов. Но пока что она должна быть в безопасности. Но это значит, что она забудет, что Фука спасла ей жизнь, верно? Это не кажется справедливо. На самом деле, я думаю, что это не имеет значения. Прости, Фука, прости. Думаю, она усвоила урок. Кстати, как я заметил, и вот с этим спрайтом, который на заднем плане, спрайтом, этим фоном, что на заднем плане, подтвердилось. Те, кто делали, скажем так, этот фанатский патч по увеличению качества текстур, походу взяли моменты из мувика, по большей части. Потому что этот момент из мувика. Думаю, она усвоила урок. Поэтому там сидит не тот, кто должен. Мне очень жаль. Было нелегко. Но вам удалось спасти Фуку. Это ладно, изи. Вы задаете вопросом о таинственном парне. Мальчике, который появился снова. Его предупреждение кажется нечто большим, чем просто с нами. Вы слишком устали, чтобы понять это прямо сейчас. Вы решили вернуться в общежитие как можно быстрее и отдохнуть. Окей. Эй, я тут думала.
Думаешь, Мицуру-сэмпай спасла Фуку, потому что это было правильным? Или просто потому, что она персона-юзер, и она нам нужна? Ну, потому что это правильно. Я тоже так думаю. Ну, в любом случае. В любом случае, присоединится ли она к нам или нет. Извини, что подняла это на ровном месте. Нормально. Так, окей. Ух, ребят, у нас Сошилин в Джумпи, Юкари, Рио тоже. Нет, Савой. С кем пойдем, ребят? С кем потусим? Пойдем с Саори. Мы что-то с ней вообще как-то ничего не делали. Так что... Проверь дерево. Вроде бы это не нужно, но ладно. Погнали, проверим. Ради интереса. Так, маленькое дерево растет здесь. Кажется, оно имеет особое значение для пожилой пары в книжном магазине. И все. Так, это дерево хурмы. Думаешь, оно принесет плоды? А, точно, я усталый. Погнали к врачу. Хорошая идея. Так, оно здесь, да. Так, вы чувствуете себя не особо хорошо сегодня. Давайте. Чем могу помочь? Итак, что же у нас здесь? Кажется, тебе не здоровится. Это рана? Вирус? Проклятие? Или это любовь? Это прекрасная возможность для того, чтобы попробовать мою новую смесь. Мистер Эдогава, или господин Эдогава, имеет огромную усмешку на своем лице. Вот, попробуй это. Она включает горькую полень, ядовитую морковь, это как ее, белена, мармелад, кроличья нога и так далее, и так далее. А это то же самое. Даже лучший алхимист Акусан был бы поражен ингредиентами. Оно излечит твои болезни прямо здесь и сейчас. А теперь пей, давай вперед. Так, по-моему, это то же самое, что было тогда. Ваше состояние, кажется, что улучшилось. Фу. Хорошо сделано. Ну, станет тебе лучше или нет? Это... Неважно. Главное, ты выжила. За твою храбрость. А. Ценю твою храбрость. Извини, что обманул тебя. Ей. Теперь прошу простить меня, Сатурн зовет. Окей. Давайте займемся комитетом сегодня. Окей. Ни одного студента не пришло. Вам скучно. Сегодня никто не приходил. А, точно. Мистер Эдогава сказал, что... что поступили
больше медикаментов тут, лекарств. Мы должны поставить их на полке. Не могла бы ли ты мне помочь? Конечно. Это моя работа. Что за... Конечно. Тогда я принесу немедленно, не сейчас же. Если кто-нибудь войдет, пока меня не будет, помоги им. Ну, Саори, кажется, получает удовольствие от всего этого. Прости. Ну, Саори столкнулась с студенткой, которая только что вошла в дверь. Прости, Саори, эта девушка явно чем-то взволнована по какой-то причине. В чем дело? Ты плохо себя чувствуешь? Ну, могу я одолжить твои заметки по физике? Учитель стер доску слишком быстро, чтобы я успела все переписать. Ну, конечно! Блин, слушайте, вот это выражение лица что-то мне не нравится. Она смотрит реально как Яндера. Как будто сейчас порежет кого-то. Надо посмотреть на это. Страшно. Ой, мне кажется, что с ней, возможно, довольно интересный сущий линк будет. Надо его все-таки раскрыть. Так, я делала много заметок по физике тоже. Я сама не особо хороша на этом уроке, так что мне нужно быть очень внимательной. Ну, в порядке. Понятно. Дай мне секунду. Саори достала из сумки тетрадь и притянула ее девушке. О, замечательно, спасибо. Ученица ушла. Саори провожает ее. Она моя одноклассница. Вы двое не особо ладите? Она была очень уважительна по отношению к тебе. Привет, Крис. Эй, ребят, у вас там все норм? Чё вы тихие? У него в рукаве, наверное, спрятан скальпель. 100%. Но она была очень вежлива по отношению к тебе. Ты заметила? Блин, опять этот взгляд. Ну, мы не очень хорошо знаем друг друга. Но хорошо, когда есть люди, что полагаются на меня. Итак. Саори улыбнулась. Слегка печально. Эх, я никогда не привыкну к этой школе. Ты переведенная. Но, кажется, ты очень быстро привыкла к этому месту. Я иногда вижу тебя в коридоре, и ты всегда выглядишь так, будто тебе очень весело. Как думаешь? Тебе стоит подходить и поговорить со мной. Я думала, что другие люди могут подумать как-то неправильно. Нет, подумать как-то неправильно, если мы начнем хорошо ладить друг с другом. Ой, блин, все. Я понял, что с ней такое. Я думаю, возможно, я ошибаюсь, но вот как бы слишком жесткий намек сейчас был. Саори улыбнулась. Ну, why not? И скорее всего с нею все будет. Надо. Ну, круто. А может и нет. У вас такое чувство, как будто вы лучше поняли ситуацию касательно Саори, которая она находится. Ну, Салару видишь. Итак,
что я делала? А, я собирался пойти за... за припасами. Ладно, я вернусь. Выполнили свои обязанности комитет здравоохранения и покинули школу Саори. Так, ой, Мицур-сампай, Хихико-сампай собирается в больницу, чтобы проведать Фуку. А. Сейчас отправились в больницу, чтобы проверить Фуку сегодня. Интересно, как мне дела. Ну, кстати говоря, Ицуки сам сказал мне, что антикварный магазин в супермаркете Половина теперь открыт. Может, нам стоит пойти проверить как-нибудь? Кстати, нужно проверить вот эту комнату. Так, кажется, никаких новых записей. А, ну ладно. Я надеялся на что-то. Добро пожаловать. Офицер Курасава сказал мне, что вы боретесь с тенями. Для публики это просто антикварный магазин. Но неофициально я создаю тут оружие. Это необычная экипировка, однако. Мои методы включают в себя слияние оружия с персонами. Но тебе понадобятся материалы, которые помогут процессу. Такие как Void, Нагината и Nihil Wolves. Я дам тебе один за бесплатно для начала. Вот, держи. Окей. А дальше тебе придется самой это находить. У золотых теней есть такие материалы. Есть еще одна вещь, которую ты должна знать. Хотя я это все еще изучаю. Поэтому я не уверена в этом. В зависимости от персоны, которую ты используешь при слиянии, ты можешь создать особое оружие. Ну, все, что я мог сказать, это... поэкспериментируй ради себя же. А, чуть не забыла. Если ты принесешь мне драгоценности, я обменяю их на товары, которые... который здесь у меня есть. Короче, понятно. Ладно. Круто. Что, если заходишь в магазин посмотреть товары тебе сходу подпольные? Ну, нам можно. Кстати, проверим Элизу. Что у нее там? Добро пожаловать в Velvet Room. Чем могу помочь? У тебя там с реквестами. А что еще не обновилось? Ну, по идее, она должна мне позвонить, типа сказать, что новый этаж в Тартарусе еще открылся. Так. Ну, как обычно, поработаем, прокачаем ластата. Все еще устала. Пришла коробка, окей. Доброе утро.
Возможно, тебе будет интересно узнать, что Ямагиши и Мурияма выздоравливают потихоньку. Это хорошо. Ну что, дальше? Да. Нам нужно пригласить Ямагиши в общежитие и объяснить, что произошло. Нам определенно нужна ее помощь. Мы уже дошли до эры Камакура. Думаю, нет. Блин. Мы даже не дошли до эпохи Нара. Ладно, давайте пройдемся по этому очень быстро. Сперва реформы Тайка. Они случились в 645 году. Просто запомните это. О чем оно? А, да ничего важного, правда. Неплохо так учитель истории рассказывает. Там была Вторая мировая война в 45-м. О чем это? Да ничего важного. Позже, в 710 году, был Эйджикё. На этом все заканчивается эпоха Нара. А Нидзука, ты ли это? Кстати, да. Вы почувствовали усталость. Закрыть глаза. Нет. Да? Вы хотите узнать больше? Хорошо. Тогда вот вам тут вопрос касательно эпохи Нара. Как называется антология, что состоит из 4500 поэм? Ведущим к собственно, эпохе Ринара. Тут я не хочу выбирать кого-либо сегодня, так что я просто вам скажу. Это человек Йошу. Мы, по идее, должны еще охватить Кокини Бакашу. Но мне реально насрать. Просите мистера Юкода, если вы хотите об этом. Мне вообще насрать на все это. Я хочу перейти к эпохе Сэнгоку. Оно зовет меня. Вы послушали урок. Зайдем, как обычно, сначала сюда. Что у нас тут? Я могу помочь. А, все то же самое. Это прекрасная возможность. Вот, попробуй это. А, все то же самое. Все то же самое. Все то же самое. Все то же самое. Выпить. Так, лучше не стало. Выжил. Ее смелость. Ну да, один плюс. Можно на халяву прокачать смелость. Так что качаем дальше. Так. А, что у нас там насчет сущелинка? Я Рио видел. А, ну, Юкари нету, так как горит.
отрицательно. Так, надо в Ташей гнать. Так, ну ладно. Эй! И да, время клуба. Пошли. Пошли. Вы потеете. И ничего, короче. Так. Чё, как дела? Нормально. Они опять в больнице навещает Фука. Так что, полагаю, сегодня ночью мы никуда не пойдем. Блин, я задаюсь вопросом, когда она будет готова пойти с нами? Эй, не думай, что она к нам присоединится. Надеюсь, что они не пытаются слишком сильно надавить на нее. Ну как там, ребят, норм? Продолжаем стримить? Или устали, на сегодня закончим? Мне как бы норм, еще часик можно. Или пол. Ну, Нуара, она помогает нам нечто другим, более важным. Хорошо. Так. Сегодня, как всегда. Раз есть работа, лучше работать. И деньги. А, скорее всего, нам может... О, Рио. Это ты? А нет, это Саори. Ну ладно. Эй, сегодня день комитета. Сходи, если у тебя будет время. Хорошо? Да, это моя работа. Ха. Это обещание, видеть тебя позже. А нет, Рио сегодня нет. Мы получили текстовое сообщение, смс. Это от Акихико. Фуку выпускает из больницы. Мы поговорим с ней этим вечером. Приходи в комнату, в командную комнату, как только вернешься. Окей. Okay. Блин, еще Джунпей есть. Почему, Лейси-тян? До тебя доходили слухи? Иногда знаменитость появляется в торговом центре Половина по ночам. Девочки в классе только об этом говорят. Я не знаю детали. Потому что я только случайно услышала. Знаменитость? Кто же это может быть? Если честно, я не помню в оригинале такого. Ну ладно, проверим. Может там что-то было, но я не помню. Блин, я третью часть не проходил. Лет 6. За 7. Помню даже. Так, вы за получение информации... о знаменитости, который появляется в супермаркете Половина от Саори. Эй, Лесси-тян. Так, сегодня заседание комитета. Может прийти? Ты занята? Я могу я туда пойти. Так, пойдем. Блин, опять этот взгляд. Кстати, она немного похожа на одного персонажа СМТ-3 Ноктюр. Правда? Я рада. Кажется, тебе весело сегодня. Ученики приходили и уходили постоянно сегодня.
У вас с Саори сегодня было много работы. Ну что ж. Мне нужно... Это... пойти к мистеру Идагава. Но Саори с радостью отвечает на проблемы каждого ученика. Страшно представить, если она была бы сталкером. Господи. Не хочешь, чтобы я пошла за ним? Он заставлял тебя принимать ужасные лекарства? Но тебе не становилось лучше? Но тебе не становилось лучше, если бы ты не приняла бы его? Мне нельзя давать лекарства самой. Саори кажется обеспокоена тем, что ученики эгоистично куры. Саори-сан, ученица вошла. Если вы правильно вспоминаете, то это та же самая ученица, которая одолжила заметки Саори на днях. О! Гашида-сан. Извини, я сейчас немного занята. А, все нормально, я быстро. Это заметка, которую я одолжил. Мои заметки. О, да, точно. Блин. Этот взгляд, надо смайлик сделать. У меня как раз там пару платов, по-моему, даже. Мичи потеряла их. Мне очень жаль. Я обязательно накричу на нее. Ой, да ладно, нормально все. Ну, увидимся. Кого-то порежут скоро. Ученица, которая одолжила у Саори заметки, ушла. Ох, мне очень жаль. Так, как я уже говорила, господин Дагава нужно для... Или должен... В конечном итоге поток людей замедлился до минимума. И потом полностью перестали приходить. Сегодня был довольно жесткий день, не думаешь? Давай еще немного тут посидим. Хочешь, пойдем, что-нибудь перекусим? Я хочу домой. Ой, извини, мне нельзя так, подобные вещи делать. Моя семья действительно очень строгая. Мне очень жаль. Боря улыбнулась. Как-то несколько грустно, печально. О, правильно. Разве нам не задавали сегодня домашку? Я думаю, я должна использовать это время и сделать ее. А, постойте, мои заметки. Те, которые потеряла та девушка. Вы что, одолжу мои? А, не, все нормально. Я подумал, что моя домашняя работа была бы намного проще, если бы у меня были заметки, которые я дала ей. Ну, нет смысла жаловаться на то, чего у меня нет. Да. Разве ты не будешь как-то ей... противостоять или что-то подобное. Да, но она ужасно к тебе отнеслась. Блин, даже не знаю, что будет лучше. А вы что думаете, первое или второе?
Я бы даже это не хочу ей вмазать, но... О, ну какой это еще тут. Хорошо, тогда можно джумпе брать дальше. Один, два, два. Окей. Ты так думаешь? Блин, опять. Спасибо. Ты такой хороший человек. Да, походу правильно взяли. У вас такое чувство, как будто вы лучше понимаете Саори сейчас. Эти левы. О, почти время. Я пойду за мистером Эдогава. Ты бы не могла запереть полки? Тащить пару лекарств. Короче, выполнили долг, вернулись обратно. Обязательства. Комната управления. Ну ладно. Комната управления или командная комната общежития. Председатель Фука сидят здесь, наряду со всеми остальными. Яркое выражение лица вернулось у Фуки после ее испытания. Ты Фука Ямагиши, верно? Да. Ребята, ждите порцию дебильных шуток. Штаб. Можно и штаб. Ослабься. Нет нужды нервничать. Почему тебе не пересесть? Да. Вы все проделали отличную работу, раскрывая правду. А, я также хотел вам сообщить об этом. Все три девушки пришли в сознание. Слава богу. Насколько я понимаю, каждый из них пришел в школу около полуночи и ждал, когда уйдет охранник. На них нападали тени недалеко от врат, как только начинался темный час. Но один факт стал искажаться из-за слухов, касающихся истории о призраках. Я с самого начала знала, что это не призрак. Это все моя вина. Ты шутишь, что ли? Ты была жертвой. Но я заставила так много людей волноваться. Успокоиться. Ой, да не думай ты так. Мы могли бы проиграть эту битву, если бы тебя там не было. Ну, вообще-то нет. Ты спасла нашу жизнь. Ты должна быть довольна собой. У тебя есть особая сила, которую ты можешь использовать, чтобы помочь другим. Особая сила? Мы называем ее персона. Ты могла бы оказать нам огромную помощь. Ты одолжишь нам свою силу? Вы просите меня присоединиться к вам? Верно. Мицуру-сэмпай. Я думаю, что ты будешь хорошим дополнением к команде. Кью-сэмпай. Знаешь, мы не пытаемся давить на тебя, так что если тебе нужно время, чтобы подумать об этом, я сделаю это. Я помогу. Ты уверена? Если ты присоединишься, тебе придется жить здесь.
Все в порядке, я все равно лучше буду жить здесь, чем дома. Спасибо, мы действительно это очень ценим. Окей. Я поговорю в школе с твоими родителями, чтобы решить эту проблему. Да, спасибо большое. Подождите минуту. А мы не затащили в этом все ее слишком быстро? Все нормально, правда. Ну, я имею в виду, что было бы хорошо иметь двух других девушек моего же, как-то скажем так, курса. Так, добро пожаловать на борт. Давай будем друзьями. Запомни, я твой сэмпай. Ребят, какой вариант выберем? Я за третий. Да уж. Сразу. Кто в доме хозяин? Ми, чё, никто? За третий. Ну ладно. Спасибо. Ну, один человек был за третий, спасибо. Если есть что-то, чего ты не понимаешь, не стесняйся, обращайся к нам. Итак, эти особые тени появились снова. Мы все еще не знаем, откуда они. Но Акихико прав насчет одной вещи. Их появление, похоже, совпадает с полнолунием. С этого момента мы будем принимать это во внимание. Значит, они что-то типа вроде оборотней, да? Для нас это большое преимущество знать, когда их ожидать. И сейчас, в день битвы, мы будем готовы выйти на ринг. Так, ей. У нас сколько теперь? Так, ладно. Команда СИС. Ой, как мы. Как No Time to Wait предложил. Вывели закономерность появления гигантских теней. Может ли быть это то, о чем говорил тот мальчик, который продолжал появляться перед вами? Похоже, с этого момента вы должны быть осторожным с приходом полной луны. Че, у нас там 3 No Time to Wait? Че, серьезно? No Time to Wait. Твоя сущность разделилась на 3, что ли? Ты че себе туда даешь? Как ты это сделал? Персону призвал? Надо проверить знаменитость, что появляется в супермаркете. Это что? Так, еще одна жертва таинственных инцидентов была обнаружена в Гекукане. Нет.
Справа? А? Вы серьезно? Вот это? А-а-а! Эй! А ты очаровательна! Она идеально подходит для имиджа компании. Она всего лишь старшеклассница. Если я ее натренирую, однако... Этот мужчина, кажется, что-то бормочет под носом. Похоже, вы привлекли его внимание своим обаянием и харизмой. Монах не хватает еще смелости. Здравствуй, юная леди. Ты бы хотела бы, чтобы твои мечты сбылись? У меня для тебя прекрасная возможность. Знаете, ребят, обычно так попадают в кое-какие фильмы. Или идол становится. Или становятся порно-идолами. Ну, точнее, адулт-видео-идолы. И всякое. Ну, давай расскажу больше. И говорю это только тебе, так что никому не говори, ладно? Я могу тебя сделать богатой, гарантирую. Все, что нужно, это 20 тысяч йен. И твои инвестиции умножатся на 10. Нет, на 100! И самая лучшая часть в этом, то что тебе ничего не нужно делать. Ты станешь невероятно богатой. Пока ты спишь, то дай мне 20 тысяч йен. Я позабочусь об остальном. Ну и что ты скажешь? Ну, ребят, что скажете? Посмотрим, что за дичь нам предложит. Как бы, ну, понятно, это похоже на дичь, походу. Пирамиды, все дела. Нас не приглашают в... Конечно. Ай, Над, а у меня есть вообще 20 тысяч? Вроде бы, да. У вас нет достаточно денег. Блин, у меня только 8 тысяч. Ну, погнали, что-нибудь продадим. Зови полицию. Вот как раз зашел к нам. А, все, есть. Билдер, серьезно? О, господи. Надо будет бабло пойти пофармить в Тартарусе. А, хотя еще нам не позвонили. Так, окей. Вы дали этому человеку 20 тысяч йен. Я свяжусь с тобой, как только тебе... Я свяжусь с тобой, как только ты разбогатеешь. Ну, мне кажется, мы нас развели на какую-то дичь. Но интересно посмотреть, что это за дичь будет. Ух ты ж, блин. О, смотрите, так. 27-го, 20-го и 116-го. Так, я бы хотела бы посетить станцию Иватодай. Ура! Принеси мне 3... Ой, господи. Это придется в этом, в игровом автомате. А, она без ограничений по времени. Тогда окей. Так, значит, как мы поступим? Мы поступим так. Во-первых, мы возьмем вот это.
Social Links Elizabeth. Давайте его выполним. Так, во-вторых, вот этот самый ближайший. Так, принеси мне протеины. Это, короче, понятно. 6-16. Надо взять их у Акихико. Это изи. Салфетка для... Стакан, что ли? Название. Так. И хочу, чтобы... нет. И хотел бы что-то, чтобы... А, вытереть очки. Вот тут написано в описании. Вы получите до 20 числа. Окей. Принеси мне предмет, который известен как рождественская звезда. Легко ее можно заполучить 27-го. Ну, тэнтвэд, с монахов пока что не хватает смелости, так что, увы. Мы повышали, но это оказалось недостаточно, нужно еще больше. И как бы мы больше всего харизма. А, я не могу больше взять. Чё у меня там? Беру. Ну, это можно. Сколько? 5000? Да не, я лучше создам её потом. Ну чё, ребят? Элиза? Понятно, нужно её днём взять. Буду. Я не... Забыл уже. А, после уроков, понятно. Ну ладно. После уроков, значит, после уроков. Утро. Эй, Лейси. Что ты думаешь насчет Хука? Она милая. Он очень сильно помогает. Так тоже так думаешь? Ну, в смысле, ее способности персоны просто великолепны, но... Тебе не кажется, что ее как будто заставили присоединиться к нам? Надеюсь, с ней все хорошо. Нормально. Второй я. Эй, слышали? Икода, в горячей воде. Не горячий источник, он и тут как бы не вода, ну ладно. Правда? Что он сделал? А, не в смысле про это. Горячая вода. У него скандал. Я не знаю, но должно быть что-то серьезное. Сексуальное домогательство, может быть. Я могу это полностью предвидеть. Или по уши в проблему. Доброе утро. Ну, смотрите. Это девушка-призрак. Тихо. Она тебя слышит. Фука, здесь? Марьяма-сан? Я слышала, что ты начала жить в общежитии. Да. Выглядишь так... такой подавленный. Дай мне знать, если тебе нужно с кем-то поговорить. Тебе бы не помешал бы друга. Мурьяма-сан.
Да ладно тебе. Нацуки でいい から. Просто зови меня Нацуки. Аригато. Спасибо. Ланч, наконец-то. Так, кто сегодня меня зовет? О, у нас сегодня тренировка. Идешь? Ну, да. Е. Все, все, все. Так, ну что, Элиза? У нас сегодня в планах. У нас Юкари тоже есть еще, да. Да, я знаю Салар, я за ней пошел. Пойти на свидание с Элизабет. Я ждала тебя. Ну что, в путь? У станции Иватодай. Элизабет бежит вниз по эскалатору. По какой-то причине она бежит вниз по эскалатору. Лестница. Или нет? Плавные лестницы, которые должны быть освоены тем, кто пытается пройти. Значит, это эскалатор? Окей. Это выглядит просто, но один неверный шаг. И претенденты будут... Претенденты будут погружены в изнурительные испытания. Внимание! Пожалуйста, воздержитесь от того, чтобы ходить вверх-вниз по эскалатору. И наоборот. Спасибо. Вас предупредили. Но похоже, Элизабет не понимает, что предупреждение было направлено в ее сторону. И это... Пожалуйста, осторожней. Впереди ловушка. Где она? Я не вижу. Вот здесь. Оно в центре огражденной территории. Она отмечена привлекательным или выделяющимся знаком, который выделяется жирным шрифтом. Не входить. Люди часто жаждут того, что им запрещено. Это хитрая ловушка, которая идет вразрез с общим представлением о том, что ловушка должна быть скрытой, спрятанной. Лестница, проверяющая ум, и ловушка, проверяющая внутреннюю силу. Я пытался быть серьезным. Но с ней это невозможно. Человеческой власти есть чем...
Человеческой власти есть с чем бороться в своем государстве, чтобы защитить закон и порядок города. Это так. Я очень тронута их тяжким положением. Давай продолжим. Наши мысли посвящены невоспитанным героям, которые так любят этот город. Так, торговая улица. Этот аромат не может быть. Элизабет побежала. Эй! Ты можешь понять наш секретный ингредиент просто по запаху? Думаю, ты не зря носишь эту забавную одежду. Ну, нет закона, запрещающего такояки. Нет закона, запрещающего такояки лавочки готовить что-то, кроме осьминога. Как насчет вот этого? Хочешь купить? Оно заставит тебя так широко улыбнуться, твои щеки отвалятся. Она что там, какой-то... Какие-то наркотики там подает? Уже. Кухня такая сочная, что щеки отваливаются. Такой результат может привести к хаосу в реальности. Но я определенно хотела бы испытать это. Собачатину готовит, кто знает. Элизабет достала пухлый бумажник. Оно не настолько дорогое. Так много хочешь купить? Этого недостаточно. Я ценю заботу, но мое любопытство превыше любых денег. О, я вижу. При более близком рассмотрении один пакет стоит всего лишь 400 йен. Ну тогда, пожалуйста, два пакетика. Спасибо, вот, держи. И приходи снова. Мы стояли бок о бок и ели такояки. Это четкая текстура, твердая. Это жевательная внешняя оболочка. Нет никаких сомнений в этом. Я должен сказать, что я удивлена, что столкнулась на такой тип использования ингредиентов в пище. Твои щеки в порядке? Ну, кажется, они все еще на месте. В любом случае, есть много других деликатесов, которые я должна попробовать. Я должна позаботиться о том, чтобы не потерять щеки, прежде чем попробую каждую из них. Закончились такая. Давай, Лия, пока и удачи тебе.
Есть несколько ресторанов в округе, которые я бы хотела бы попробовать. Мне послышалось, она сказала мангаки. Ладно. Мой первый приоритет – это посетить что-то под названием манга-кафе и закусочную, известная как смузи-бар. Хотя там слышится определенно дринк-бар. Исатен. Кстати, да, возможно. Так, этот смузи-бар позволяет может обеспечить бесконечное сочетание вкусов, смешивая различные ингредиенты. От одной мысли об этом у меня по языку пробегают мурашки. Ужас. Вы решили сказать Элизабет закусочные в округе. О боже, ты хорошо себя чувствуешь? Теперь, когда я думаю об этом, ты почти ничего не ела с нашей четвертой трапезы. Тем не менее, я бы хотел бы прийти к группе продуктов питания, известной как сладости. Можем мы сначала отдохнуть? Ладно, погнали. Только не говори мне. Сладости идут в другой желудок. Ну, в каком-то смысле, да. Господи. Это заклинание известно каждой женщине в этом мире. Сегодня я стала свидетелем настоящего чуда. Найн, стрим, зачем ты упал сейчас? Все, мы вернулись, ребят. Так. Выходили с Элизабет и ели сладости. Похоже, мы исчерпали кулинарные возможности в этой области. Я должна поблагодарить тебя за вкусный опыт. Если не возражаешь, я бы с удовольствием бы хотел бы, чтобы ты меня снова сопроводила. С удовольствием. Вернулись обратно в банкетную комнату с Элизабет. Спасибо за то, что ответила на мою просьбу, на мой запрос. Ну что ж, тогда. Спасибо за то, что показала мне станцию Иватодай. Увлекательные аттракционы, опасные ловушки и, конечно же, рог изобилия любопытной кухни. Жизнь людей там сильно отличается от той, что была на днях в торговом центре Половина.
Или полу... Ну ладно, я уже половина. Чтобы не забыть то, что мы видели, я бы хотел бы воссоздать некоторые блюда, которые мы попробовали. Сперва я должна найти ингредиенты. Это будет так весело. А касательно твоей награды, я опять приготовила нечто особое. С этим ты сможешь слить эмпуса. Его внешний вид напоминает красивого зверя, и все же она тоже восстает из моря твоей души. Жаль, что я не могу лучше оценить, на что похожа твоя душа. Мне награду. Спасибо. Что-нибудь еще? Нет, давай на тренд пока. Ну, на этой замечательной ноте, я думаю, нам тоже стоит, наверное, заканчивать. Как бы. Начнем эвент Рио уже на следующий раз. Мы пойдем в полу. В классе. И... Да. Ладно, сегодня мы тут заканчиваем. Завтра у нас суббота, и завтра у нас что-то смотрим. А, продолжим смотреть то, что начали на прошлой неделе. Ну а в понедельник, как всегда, мы продолжим стримить персону. Пока что график будет таким. Ведь позже он, возможно, изменится из-за работы. У меня там кое-какие интересные, скажем так, поднятия по службе. Но пока что будем стримить вот так. И дела. Надеюсь, вам, ребят, нравится, вам весело так же, как и мне, проводить время. Действительно, соскучился я за эти полгода по стримам, по вам, по играм. И знаете, вот эти полгода я как бы играл в некоторые игры, в частности, на PS Vita в дороге. Да и на этом, и да, и на компьютере тоже, вот когда уже перешел сюда. И чё-то как-то, не знаю, интереснее на стриме это делать. Наверное, я слишком привык к этому делу и больше не могу получать удовольствие только от игры в одиночку, чем с вами. Так что спасибо, что вы есть, и продолжение следует.